И в продолжение темы беженцев. Ровно половина россиян не хотят, чтобы украинские беженцы, приехавшие к нам, возвращались на родину. Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал данные очередного опроса. На этот раз социологи выяснили, как россияне относятся к беженцам из Украины. Как показал опрос, ровно 50% россиян считают, что наши власти обязаны обеспечить украинских беженцев всем необходимым и создать для них условия для проживания в нашей стране. 39% опрошенных уверены, что беженцев нужно отправлять на родину, но только после того, когда на Украине станет безопасно. И лишь 4% наших соотечественников высказали, что прием беженцев на российской территории нужно приостановить, а те, кто прибыл, немедленно отправить обратно. Также в ЦИОМ сообщает, что около 14% опрошенных заявили о том, что они уже помогали Крыму. Многие среди тех, кто не помогал, 34% сообщили, что не могут помочь из-за собственной нищеты. Еще 26% готовы помочь, но не знают, как это сделать. И лишь 15% россиян считают, что помощь – это забота исключительно государства.